ходе встречи представители двух стран обсудили реализацию задач в рамках Евразийского экономического союза и в сфере туризма. Отметим, за прошлый год поток отдыхающих между странами вырос на 30%, товарооборот на 50%. Обеспечить дальнейшее развитие планируют за счет строительства новых погранпунктов, создания придорожной инфраструктуры и присвоения Кулундинской трассе статуса федеральной. Материал о ходе и итогах заседания комиссии смотрите в ближайших выпусках.